Здравствуйте, в эфире программа «Сау-Балашак онлайн». Программа для тех, кто привык вести активный образ жизни, но по каким-то причинам лишился этой возможности. С нашими тренировками вы можете привести себя в тонус, не используя какой-либо спортинвентарь. Начнем нашу тренировку. Шаги в полуприседе. Ставьте ноги на ширине плеч. Наклонив корпус немного вперед, примите положение полуприседа. Это исходное положение. Начните шагать вправо переставным шагом. Сделав 5 шагов, продолжите шаги в полуприседе влево. Вернувшись в исходное положение, вы сделаете один подход данного упражнения. Рекомендуем сделать не менее 10 повторений, 4 подхода. Перейдем к следующему упражнению. Ягодичный мостик одной ногой. Лягте на спину, согнув левую ногу до прямого угла и поставив ее ступню плотно на пол. Руки положите на пол, ладонями вниз. Правую ногу оторвите от пола и подтяните ее к колену к плечу. Теперь, не прогибаясь поясницы, поднимите таз так, чтобы бедро левой ноги и корпус выровнялись в одну линию. Задержитесь в этом положении на одну секунду. Плавно вернитесь в исходное положение. Сделайте 15 повторений на каждую ногу. 4 подхода. We'll be right back.
Перейдем к следующему упражнению. Стульчик. Вам нужно встать спиной к стене и присесть на воображаемый стул, упершись спиной в стену. Ноги должны быть согнуты под 90 градусов, а спина и голова плотно прижаты к стене. Руками также можно упереться в стену. Если же хотите усложнить упражнения, то разместите их на уровне груди. В такой позиции вам нужно простоять минимум 30-40 секунд. Затем отдохнуть и выполнить еще 3-4 подхода. Старайтесь делать упражнения до отказа. Перейдем к следующему упражнению. Пойдем с пола с опорой на кулаки. Лягте на пол, раскиньте руки крестом. Ноги расставьте на ширине плеч. Опираясь на кулаки, поднимите вверх тело и постарайтесь оторвать лопатки от пола. Важно, по минимуму задействовать мышцы пресса. Старайтесь подниматься только за счет рук. Зафиксируйте положение верхней точки, затем опуститесь на пол и повторите. Выполните столько раз в подходе, сколько сможете. Сделайте 3-5 подходов. We'll be right back.
Перейдем к следующему упражнению. Подъем бутылок через стороны. Встаньте прямо, возьмите бутылки в руки. Направьте запястья пальцами друг к другу. На прямой спине разведите руки в стороны, разворачивая мизинцами вверх. Руки нужно держать ровными, не сгибая в локтях. В верхней точке сделайте паузу на 2-3 секунды. После опустите в исходное положение и повторите. Рекомендуем сделать не менее 30 повторений в 3-4 подходах. И последнее упражнение. Подъем рук перед собой. Следует встать прямо. Бутылки берутся прямым хватом. Подъем веса за счет усилия передних дельт на уровне плеч. Опускание на выдохе без сброса веса. Бутылки по всей траектории находятся на одинаковом расстоянии друг от друга. Не нужно слишком сильно разносить их по сторонам. Чтобы работу включались средние дельты. Мы будем поднимать бутылки по одной. Рекомендуем сделать на каждую руку не менее 20 повторений, 4 подхода. На этом наша тренировка окончена. Выражаем огромную благодарность Акимату города Алматы. Хотелось бы напомнить, что всего 1 час тренировок занимает 4% вашего дня. Будьте здоровы! Увидимся в эфире!